Ой, нет, только не помидоры. Гурудев смеется. Столько спорят за эти помидоры в чатурмасью. На Фейсбуке пишут: ну помидоры не дадут вам бхакти. Я сам видел, как пошел этот слух про помидоры. Просто они подорожали, и Гурудев сказал, чтобы не покупали помидоры из-за того, что цена подскочила. И все тогда подхватили это и сказали: все, в чатурмасе нельзя помидоры. А теперь преданные из этого раздули: о, Гурудев сказал, если вы меня любите, если хотите такое настроение, как у меня, не вздумайте принимать помидоры. И вот Гурудев, он так строго сказал: если хотите бхакти, мое настроение, нельзя кушать помидоры в чатурмасе. Но в Хари Бхакти Виласе ничего об этом не говорится. Я сам свидетель этого. 20 лет назад мы все кушали помидоры. И сейчас во всех храмах едят помидоры. Ну, некоторые вот, шлух пошел такой. Гурудев сам присутствовал. И в Дели принимали помидоры, готовили. И когда прекратили вот это все? В 2010-м. Ну ладно, что хотите, то и делайте. Я не хочу никого беспокоить или ссориться по этому поводу. Ну, хотите, не принимайте, хотите, принимайте. В нашем Кешаварджи Гаудия Матхи до сих пор некоторые брахмачари принимают помидоры, а некоторые не принимают. Томаты не дадут бхакти. Что это вы заладили? Помидоры, помидоры. Повторяйте святое имя. Но если даже вы не принимаете помидоры, но постоянно о них думаете, это все равно, что вы их принимаете. Тот, кто критикует женщин, все равно, что он постоянно с женщинами контактирует. Он отправится в ад, потому что он все время вот это: о, женщины такие-сякие. Потом и погружается в это. Аре, повторяйте святое имя. Помидоры и не дадут вам бхакти, и не дадут. Это не имеет значения. Так вот, вернемся к разговору.